Ну что, всем привет. Это снова я. Смотрите, какие у меня великолепные, шикарные пирожочки. С кофейком, как всегда, да. Вот. Сходила сегодня, короче, в магазин. Купила вот такие кольца. Свежие, только привезли. Какая, какая вкуснятина. Ой, как бы голодный обморок не упасть. Короче, что я хотела вам сказать. Вы вообще в курсе, что в апреле будет новая сеть до России? Это вместо Инстаграма. Так вот, там также будет монетизация подключена. Вот. Так что в апреле, наверное, уже не в Ютубе буду. Ну, не, в Ютуб я не брошу. Как я без Ютуба? Как там мои девочки? А у меня их очень много уже. Без них никак. Так оно. Кстати, вот такой соус. Соус очень вкусный. Самый вкусный пирожок. Я пирожки-то вообще классные. Вы представляете, у меня даже где-то сахар по 200 рублей за килограмм в магазине, в магните. Офигеть. Вот так вот. Вот. Вкусно. И низкокалорийно. Не помню, кто-то мне писал, что типа ушные капли. Да, я знаю. У меня есть что-то. Я у Насти попила чай с лимоном. У меня, короче, зубы окислились. Понимаете, да? Вот солененькое поем. И чувствуется все. Ну так вот. А знаешь, что-то можно найти в Ютубе, что? У меня там два видео есть с южной ссылкой, что пошли-то нашли. Пишу, что тебе жалко? Да мне не жалко.
Соус. Кухмастер. Кухмастер с болгарским перцем. Это такой соус обалденный. Да, Магнит, Пятерка. Ищите где-то там его. А где именно, не могу сказать. Сегодня, короче, собираюсь в магазин. Я вот если хожу в магазин, я хожу быстро. А звонит мне соседка. Соседка Маринка и говорит: что делаешь? Я собираюсь в магазин. А что меня не зовешь? Я говорю, не знаю. Я говорю, ну пойдешь, пошли. А ты меня не хотела звать, скажи причину. Блин, причина, я одна быстрее схожу. Вот как-то так. Пришлось ее взять. Ходили мы в магазин. Она ко мне пристала. Сейчас же все дорожает. Говорит, мы, говорит, вклад оформили. 21%, а я тут при чем? А говорит, у тебя есть деньги? Типа, папа, сделай тоже себе. Я говорю, нет у меня, что-то ко мне пристало. Но. А самое удивительное, там надо шотку, слышишь? Чтобы 21%. Был. Нет, мы, говорит, бабушки съездили. Бабушки, говорит, съездили, сделали вклад. А я тут при чем? Сделали, так сделали. Но зато это в магните. В руки только можно 3 батона взять. Понимаете? 200 рублей сахар за 900 грамм. Надо было в том году варенье больше варить. Знаете, это из Советского Союза морж взял воды, значит, баки варенья туда и пей, вообще вкуснятина. Он даже вкуснее, чем газировка. Так оно? Сколько у нас тут? 1,5 газировки? 45 рублей стоит.
Тархун есть. Надо будет потом взять. Там эта кошка, короче, залезла. Я у нас телефон домашний. Он с базы сошел. Сейчас кошку выгоню. Вот. Короче, Маня залезла. На базе телефон стоит. Домашний. Короче, сейчас у много у кого есть домашний телефон. Ну, а мы душу еще остались. А то у нас, допустим, домашний телефон через интернет идет. Сегодня какие-то кольца маленькие. Базу потревожила. Не это. Он пилик, 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 пилик. Так вот. И крема мало сегодня. Короче, они у нас сначала были что-то 200 там 296. Вот эти штуки. А потом они сейчас стали 370, что ли. И тут тесто какое-то грубоватое. Ну, вкусно. И вообще их кто-то пережарил. Видите? Угощайтесь, я вас угощу. Вкусно. Бюджетно практически. Не знаю, сколько, наверное, 10 штук взяла. На 208 рублей. Не мой слюнявчик. Ну, крем какой-то жидковатый. Хозяйку магазина Эльвира зовут. Она такая... Ну, тетенька лет, может, 40 с чем-то. Добренькая. Держит свое хозяйство, баранов. Две коровы у нее. Не знаю, если свинья есть. Я вот хочу, короче, купить сало. Еще через мясорубку с чесноком. Перекрутить. Можно свежего укропчика туда добавить.
Ну что, сало перекрутили чесноком, соли добавили, перца туда. И все. Ну, через сутки уже готовое будет, если не хочу. Вот, допустим, килограмм сала, вот так будет. Достаточно, я думаю. Вот так вот. Очень наелась я. Сейчас пойду образ жизни менять. Что, в магазин сходила, соседка поговорила, с соседом поговорила. Между прочим, у нас тут дружные соседи. Никто не ругается. Вот. Ну, почти. Вот так вот. На этом, короче, всем пока. Как сделаю новую сеть, ну, как она уже появится у нас в гаджетах. Я вам скину ссылку. Там только Россия может сидеть. Вот. У меня же много людей, кто пойдет за мной. Обожаю вас. Галина Юрьевна сказала, без меня никуда не пойдет. Галина Юрьевна, вам привет. И вот Алик еще говорит, YouTube закрою, что делать буду. Ну что, Виталик, новую сеть открою. Не переживай, найдешь ты меня везде. Вот так вот. Что, сейчас пойду, короче, даже не знаю, что посмотреть, в YouTube нечего. Вечером пойду через 2 часика к соседке, к Настеньке. Ладно, короче, всем пока, подписываемся на канал, ставим лайки, пишем комментарии. Добрые только комментарии пишем, знаете. Вот, ну все, всем пока.